посторонний. Дело в том, что я не посторонний. Получите выговор в приказе. Я помощник кинорежиссера. Тем хуже для режиссера. Правильно. Упрек заслужен. Произошло смешное и нелепое недоразумение. Мы снимаем кинокартину, а такой же ученый, как вы. Мы искали женщину, похожую на вас. Естественно, что вы оказались так похожи на вас, что вы невольно ошиблись. Покорнейше прошу принять наши глубокие извинения. Хорошо, извинения приняты. Теперь все? А картина? Неужели она вас не интересует? Видите ли, боюсь, что у вас из этого ничего не выйдет. Почему? Потому что ничего веселого и развлекательного в моей работе нет. Я делаю серьезное дело. Но ведь наши картины тоже серьезное дело. Видал я ваши картины. Вам нужны не факты, а эффекты. Штуки, трюки, побосенки. Побасенки? Побосенки. Побасенки – большая сила. От этих побасенок люди плачут и смеются. На них учатся, ими украшают жизнь. Я не поклонница кино. Очень хорошо. Не понимаю, чему вы радуетесь. Дело в том, что работая над картиной, я составил себе некоторое представление о вас. И я очень рад, что вы оказались именно такой, что я не ошибся. Всего хорошего. Будьте здоровы.